Что нужно сделать, чтобы появился свой собственный дом? Хочу уже съехать с квартирой родителей. В разводе есть сын. Не сильно ли вы загибаете свой собственный дом? Сначала свой собственный съемная квартира, потом своя собственная, своя однокомнатная, потом помененная на двухкомнатную. Как это? Хочу от родителей съехать. Ну так вы знаете, сколько дом стоит? Ну, самый дешевый дом маленький, там где-то в пригороде будет стоить, ну я не знаю, 60 тысяч долларов. Как нужно свой собственный дом? Есть очень хорошая тема. Каждый месяц откладываете по 1000 долларов, живете на остальные деньги, которые у вас есть. У вас, естественно, через сколько там, 56 месяцев появится собственный дом. А по-другому, откладываете по 200 долларов, тогда через сколько месяцев? Через 11 лет. А что же делать? Ну, делайте бизнес. Мы будем делать бабки, мы будем делать бабки. А чем же мне заниматься для того, чтобы делать бабки? А для того, чтобы делать бабки, нужно помнить о принципе эксплуатации трудового пролетариата или эксплуатации себя. Тогда что необходимо делать? Ну, знаете, куча всего необходимо людям. Сейчас, знаете, куча людей когда-то делала что-то, производила что-то. Я раньше говорил. Можно делать шапки, есть даже сайты такие, YouTube-каналы, там рассказывают о том, как можно делать что-то дома. Можно делать шапки, продавать их там через Телеграмы, Инстаграмы, через Гуглы, ТикТоки, там как хочешь. Можно, главное влюбиться в то дело, которое вы любите, его популяризировать ежедневно и много. Так как сейчас, раньше можно было уметь сделать, сейчас этого недостаточно. Сейчас уметь сделать уже недостаточно, потому что вам придется конкурировать с людьми, которые умеют продавать. Где? В социальных сетях. Сайты. Никто не смотрит на сайты. Смотрят на магазины, покупают все с магазинов на самом деле. Покупают все вот везде, где угодно, кроме сайтов.